Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Место встречи изменилось. Так называется не концерт без антракта, которым порадует своих зрителей наш сегодняшний гость Геннадий Хазанов. Приветствую вас, Геннадий Викторович. Здравствуйте. Место встречи у нас с вами изменилось. Теперь мы... Это точно. Мы на доверии. Ну, чтобы долго интригу не держать, место встречи изменилось, название вашего моноспектакля нового. Ну, Жень, все-таки это трудно назвать моноспектаклем, так. Но какой-то это какой-то моновечер. Творческий вечер. Ну, да, я бы даже сказал, что это какой-то... Это свидетельство... возраста, я бы так сказал. Предыстория такая. Я 10 лет тому назад закончил с сольными выступлениями. Последние 25 лет я плотно занимался театральными спектаклями, но по инерции как-то еще вроде катился в режиме моновыступлений. Да, и лет 10 назад я с этим закончил. Закончили почему? Там причин много. Одна из главных причин... Вы знаете, мне стало некомфортно в качестве партнеров иметь зрителей. Ого! Вот это заявление. Причем это постепенно нарастало. Это я не придумал. Это не глюки. Это все у меня опиралось на конкретные факты. Если эти факты интересуют, я могу их рассказать. Хотя... Ну, я заинтригован. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Где-то после 91-го года 20-го столетия, когда закончила свою жизнь коммунистическая, я бы сказал, режим коммунистический в России, а потом и рухнул Советский Союз, постепенно у меня стало... отходить куда-то на периферию моя способность отвечать запросам зрительного зала. Зритель изменился принципиально. Огромная часть зрителей представляла новоришеский сегмент. Сначала я это увидел в странных проявлениях. Я помню хорошо, как в киноконцертном зале «Октябрь» во время моего сольного выступления зрители, сидевшие на первом ряду, открывали бутылки шампанского, направляя пробки в сторону сцены. И поскольку у них не было посуды, из которой это шампанское пить. У них были железные банки с пивом. Они выпивали это пиво и в эти банки наливали шампанское. Я даю вам честное слово, что я не придумал это. Дальше хуже. В 94-м году, как сейчас помню, было это 3 октября. В киноконцертном зале «Октябрь» был какой-то сделан эстрадный концерт для аудитории, состав которой мне был неизвестен. У администратора, это было там же, в киноконцертном зале «Октябрь», кстати, я у администратора Москонцерта спросил: «А кто в зале сегодня?»
Я не знаю, чем он руководствовался, когда он сказал «в зале интеллигенция». Что он имел в виду? Как он это проверял? Каким тестом? Я вышел на сцену и стал читать рассказ. Где-то минуте на пятой из зала стали кричать «хватит». Я не обращал внимания на это. Крики были все более и более настоятельные. Когда я остановился и сказал, может быть, я другой рассказ вам прочту. Я очень хорошо помню, как из зала сказали, не надо другой, уходи. Жесть какая-то. А потом выяснилось, что зрители, которые наполнили зал, были туда привезены, чтобы они не шли на демонстрацию по поводу первой годовщины октябрьских событий 93-го года. Да, Белый дом, расстрел Белого дома. И я для них был олицетворением новой власти, через запятую со всеми, как они говорили, демократами и так далее, и так далее. Это был следующий эпизод. Ну, это просто подстава со стороны организаторов. Потому что если бы вам... А если бы вам сказали бы, что это публика, вы бы просто ушли и со сцены и не стали бы выступать? Конечно. Или бы с другим репертуаром? Нет, я бы не стал. Ну, тогда организаторов я могу понять. Они же не могли же, так сказать, остаться без... Конечно. А я никого не обвиняю. Mm-hmm. Я просто рассказываю... Нет, нет, это потом наступил 97-й год. Mm-hmm. В 97-м году... Я в конце марта имел счастье присутствовать на 70-летии Мстислава Леопольдовича Ростроповича, который проходил в Париже. Я вернулся в Москву, и 3 апреля, видите, как у меня даты хорошо. Я поражен. Да. Я злопамятный. Да, 3 апреля в концертном зале «Россия» отмечали День геолога. Это уже был не советский праздник, но по инерции 3 апреля отмечали этот праздник в концертном зале «Россия». Я принимал участие в этом концерте. За кулисами я встретил Людмилу Марковну Гурченко, которая сказала, что видела телевизионную информацию и видела меня на юбилейном вечере у Ростроповича в Париже. И она спросила, ты выступал? Я сказал, да нет, там выступали великие музыканты современности, и куда я там с текстом на русском языке должен выходить, хотя текст был готов. И вдруг она мне говорит, а ты, может, сейчас прочитаешь? Я обрадовался как-то этому предложению. Я пошел в гримерку, достал из своей папки текст. Текст это был такой. Это была написана Ефимом Смолиным переписка Ростроповича с Солженицыным в тот момент, когда Солженицын жил на даче Ростроповича. Это по моей идее Ефим Смолин, с моей точки зрения, очень остроумно написал вот такую переписку. Я ничего не предполагаю, вышел на сцену, рассказал про прошедший юбилей Ростроповича и сказал, что я сегодня хотел бы прочесть то, что мне не удалось там исполнить в Париже. И в конце первой страницы текста я понял, что какая-то часть мне почему-то тогда показалось, и я продолжаю в это верить, треть зала стала топать ногами. Вторая треть стала скандалить с первой третью, чтобы они дали возможность слушать. А третья треть не знала, куда им присоединиться, то есть меня не слушал никто. Первая скандалила, вторая скандалила с первой, а третья не понимала, куда им примкнуть.
И через некоторое время там же, в концертном зале «Россия», был концерт, посвященный юбилею конструкторского бюро, который занимается серьезным таким видом наших вертолетов, называется «Черная акула». И вот этот институт, по-моему, Камова, так он назывался, отмечал какой-то праздник свой. И меня пригласили принять участие в концерте. И во время моего выступления женщина из второго ряда, они перед этим были в буфете. То есть они были уже почти на пути к кондиции. Во всяком случае, эта женщина точно. Потому что на весь зал она крикнула: «А нельзя посмешнее что-нибудь?» Я вышел со сцены и обратился к работнице концертного зала «Россия», «Царствие небесное». Я сказал: «Марья Борисовна, я вас очень прошу, больше никогда, ни за какие гонорары не приглашайте меня на ваше мероприятие». И я перестал выступать. Ну, сейчас, значит... Таким образом, я понимаю, мотивация, да, у меня была. Я абсолютно... Но я постепенно, случайно совершенно, собрал какой-то вечер, который назывался «Я вспоминаю». Он тоже, как и этот, назывался «Не концерт». «Не концерт», я обратил внимание. Да, да, потому что это не концерт. Это скорее вечер воспоминаний. Теперь природа появления этого вечера, который 12 ноября, я буду играть в Театре эстрады под названием «Место встречи изменилось». Надо добавить «в своем Театре эстрады». Ну, все-таки давайте называть... А? «В своем Театре эстрады». Давайте называть вещи своими именами, потому что это Театр Хазанова последние годы. Ну, ну да нет, ну давайте без, ну, лишнего, я бы, без лишнего кокетства. А нет, никакого кокетства нет. Mm-hmm. Я не считаю себя вправе говорить «в моем театре». Это хорошо. В театре, где я работаю художественным руководителем 25 лет. Ну, вот и все. Ну, вот поэтому... Боже. Поэтому так. Да. Вот. В начале сентября ко мне обратились с просьбой провести творческий вечер в формате сольного выступления. Угу. Но у меня нет репертуара, я не занимаюсь этим. Это было связано с предстоящими выборами мэра Москвы. И я пришел в бывший киноконцертный зал «Новороссийск», который находится прямо в конце Покровки, угу, и Садового кольца. Угу. И там провел этот вечер с доверенными лицами нашего кандидата в мэры. И когда вечер закончился, мне так было уютно и комфортно, что мне почему-то показалось, что я могу сыграть такой вечер в открывшемся или в открывающемся после пятилетней паузы Театре эстрады. Вот вся предыстория. Никакой хитрости нет. Я совсем не уверен, что это будет еще когда-нибудь повторяться. То есть это одноразовая такая акция? Может быть и так. Тем более, что эта фраза «место встречи изменилось» пришло мне в голову совершенно случайно. Потому что мне надо было что-то написать на фасаде театра. Сначала даже мысли не было про этот вечер. Я сказал: давайте напишем «Место встречи изменилось». Адресуюсь к знаменитому канонине. Конечно, да, да, Говорухинскому. Что, да, что изменить нельзя. А оно изменилось. И оно действительно, с моей точки зрения, очень изменилось благодаря усилиям тех, кто приложил к этому старание и любовь, и щедрость. Так что вот так вот, такой длинный ответ на вопрос, хотя меня никто так долго и не собирался слушать.
Нет, я вас слушаю всегда с удовольствием и с корыстью, потому что я знаю, что передача всегда будет иметь рейтинг выше, чем с другими спикерами. Поэтому у меня корыстный здесь всегда интерес, когда мне удается вас зазвать на беседу. Ну, да, да. А вот вы удивили меня чем? Сказали, что как бы у вас не было как бы репертуара, не было номеров. Я просто вот отошлю к нашей беседе до начала эфирного разговора. Вы в гостевой рассказывали историю там, о своих там, каких-то давних советских гастролях. Да, там, да. Об Иосифе Давидовиче Кобзоне. Это же потрясающе интересно, и у вас же жизнь состоит из таких историй. Зачем вам какие-то номера прописывать? Раньше такого не было, Жень. Ну, я же, как бы сказать, это вот закулисная форма, да, беседы. Там когда-то я делал какие-то монологи, рассказы, угу, там пародии, что-то такое. Но постепенно, постепенно действительно вот эти истории из собственной жизни... Байки, так назовем их. Ну, так. Мне не нравится слово «байки». Я не очень люблю слово «байки». Так. Хотя, ну, нормально. Да. Ну, истории. Так. Ну, истории. И должен сказать, что я с, как бы это поскромнее выразить, я с большим, ну, вниманием отношусь к тем рассказам, которые я себе позволяю, которые иллюстрируют часть моей прожитой жизни. Почему здесь такое? Вот это хороший вопрос очень. Правильный. Вы понимаете, многие рассказывают истории, за которыми, кроме самого факта, даже если это смешной факт, ничего не стоит. Я стараюсь, рассказывая историю, все-таки ответить на вопрос, зачем я это рассказываю. Ну, кроме того, чтобы это было смешно. Вы, да, понимаете? Вот мне тоже кажется, что развлечь зрителей – это и есть в значительной степени функционал артиста. А, Женя, согласен. Согласен. Но согласитесь, в этом есть некая унизительность. Не согласен. Развлечь. Доставить вроде... удовольствие, нет, принести это... радость. Хорошо, давайте правильно, такая формировка. Совершенно верно. Скажите, это сильно отличается от той радости, которую проститутка доставляет клиенту? А вы знаете, я никогда на самом деле с осуждением не относился к первой древнейшей, может быть, что я представитель второй, да, древнейшей. Мне всегда казалось, что это в известной степени и медицинский есть аспект. Девушки, ну, вот, помогают, выручают порой. Ну, я понимаю. Это как сходить к психологу и поговорить со шрифтом, так называемым. Я понимаю. Но поскольку профессия дискредитирована, и я еще не слышал, чтобы за эту профессию давали героя социалистического труда, понимаете, или просто героя труда. Хотя не отрицаю, что частично одно может быть связано с другим. Да. Но я-то в данном случае ни в чей огород камень не бросаю. Так, для красного словца, я сказал это. Понимаете? Но все дело в том, что я руководствуюсь все-таки скорее формулой Николая Васильевича Гоголя о том, что сцена – это кафедра. И русское искусство, я не боюсь прибегнуть к некоторой пафосности, имело еще некоторый сверхсмысл. Только русское искусство вы как-то здесь отделяете? Я с другим не знаком, потому что... Ну, в качестве потребителя наверняка, да, знаком. Ну, в качестве зрителя. Да, но должен вам сказать, что такой, как бы сказать, таких нравственных задач, ярко выраженных, я почти не наблюдал, несмотря на то, что есть прекрасные примеры чудесных работ, талантливых. И это так получалось, потому что талантливая
всегда имеет верхний этаж. Для меня. И когда Гоголь сказал, что это кафедра, с которой можно много сообщить там, ценного и полезного, вот я именно с этой точки зрения рассматриваю свою функцию, свою профессию, так называемая сверхзадача, как когда-то это определял Константин Сергеевич Станиславский, который для меня был, есть и до конца моих дней останется непререкаемым авторитетом. Ну, он в международном масштабе непререкаемый авторитет. Это правда, но дело в том, что уже давно на нашей российской почве есть другие точки зрения. Я не собираюсь ни с кем полемизировать. Это право каждого человека. Знаете, я вот с вами дерзну вступить в полемику. Вот Кирилл Именович Разлогов, кинокритик и киновед, он говорил, что у нас в стране, не в новой России, а вообще это со времен становления Советской России, под словом «культура», таковое, понимается субкультура советской творческой интеллигенции. Что вот у нас культура – это консерватория, у нас культура – это симфоническая музыка, у нас культура. А во всем мире культура, масс-культ – это Арнольд Шварценеггер, это боевики – и в том числе и симфоническая музыка, но и то, что называется развлечением и легким жанром. Вы же не случайно сказали массовая культура. Массовая культура. Вот и все. Значит, есть дифференциация. Потому Конечно. Что невозможно ставить знак равенства между, условно говоря, музыкой Шостаковича, например, да. и фильмами Шварценеггера. Невозможно. Это, понимаете, нельзя говорить, что лучше, яичница или Фредерик Шопен. И тот, и другой на радость людям сделал. Опять, так сказать, вот позволю не согласиться. Я вас не агитирую. Я просто... Как бы задача доставить какие-то эмоции, чтобы зритель заплакал, там, пережил какой-то катарсис, посмеялся, да. задумался. Да? Но совершенно разными может достигаться методами. И клоунада какая-то, когда человек просто падает лицом в торт, или спотыкается, или там произносит при этом слово такое да? русское исходное, да? это может доставить удовольствие и тоже задумываться какого-то человека, который, допустим, Фредерика Шопена, не может осилить. Понимаю. На это я вам должен рассказать один чудесный анекдот. Слушаю. Да. Старый клоун смотрит двух молодых ребят, которые поступают на работу. Они играют клоунаду, и этот старый клоун говорит: «Ребят, вы очень талантливые, и у вас большое будущее, но есть одно замечание». «Тебя как зовут?» Он говорит: «Коля». «Коля». «А тебя?» «Меня Толя». «Коль, вот ты в конце клоунады ударил Толю по жопе. Не надо этого делать». Он говорит: «Почему, дядя Вася, почему не надо? Это же так смешно». Он говорит: «Не понимаешь ты, не надо. Для цирка это слишком тонко». Вы видите, вот я опять же вернусь к нашему короткому общению до начала мотора. Вы там рассказали какую-то историю. И пока мы поднимали студию, я думаю, вот расскажу, приеду домой и повеселю Наталью Милину. Расскажу историю. Но понимаю, а что там вообще, что я расскажу-то? Вообще не смешно. Как-то, значит, мы здесь говорим о том не что, а как. Вы... Геннадий Хазанов, можете фактически любой анекдот рассказать так, что это будет смешно. Вы понимаете, какая вещь? Ведь смотрите, я вам рассказал историю про этого клоуна в контексте разговора. Да, я понимаю. Да. Это не просто так. Я пришел и сказал: «Жень, у меня такой хороший есть анекдот». То есть я в процессе нашей беседы, о том, что есть Шостакович и есть, условно говоря, Шварценеггер, дай бог ему здоровья. Понимаете? И тот хороший, и этот хороший.
И тот имеет право на жизнь, и этот имеет право на жизнь. Вы можете называть и то культурой, и это культурой. Это ваше дело. Для меня, знаете, когда-то мой знакомый, его уже нет на земле, я сейчас вспомню, это было очень давно, больше 50 лет назад, он писал очень серьезную статью под названием «Культура хамства». Он был социологом, этот человек. В принципе, никого не желая обидеть, и у хамства есть своя культура. И никто не лучше, и никто не хуже. Просто я ориентируюсь на одну аудиторию, а другой человек на другую аудиторию. И у каждого есть право выбирать аудиторию. Я должен вам сказать, что такая уникальная артистка нашей, ну, хотел сказать эстрады, но она не очень эстрадная, Елена Камбурова. Я очень хорошо помню, как однажды в колонном зале Дома Союза во время концерта она, увидев, что во время исполнения происходит в зале, она остановилась. Она такая очень трогательная и очень деликатная женщина. Она сказала: «Простите, я, видимо, не туда попала». И ушла. А разве это профессионально? Разве не должен артист, вы знаете, как это, the show must go on, концерт должен продолжаться? Очень правильный вопрос. Дело в том, что больше она не приходила туда. Это одно дело, больше не прийти, а доработать, несмотря на такие условия. Значит, она не могла это сделать. Так же, как и вы. Да. Не могли. Да. Нет, я-то мог, как раз, в отличие от Камбуровой. Мне не дали. Мне сказали: уходи. Я не озабочен тем, чтобы доставить удовольствие людям, которые, не стесняясь, демонстрируют уровень своего хамства и невоспитанности. Я не считаю себя им обязанным ничем. Хорошо, а вот 12 ноября, допустим, на неконцерте, место встречи изменилось. Вы будете предупреждать зрителя о там недопустимости снимать ваше выступление на гаджеты, включать телефоны? Дело в том, что это не моя прерогатива. Это прерогатива администрации театра. Почему я должен предупреждать? Угу. Вообще-то это в принципе запрещено. Угу. И только у нас все равно выставляют телефоны и начинают, начихав на все законы, правила, порядки. Почему? Ну, так хочется, чтобы радость доставить. Ну, не только у нас. Я смотрю вот выступления каких-то артистов, и это не только про музыкальные номера. Во всем мире люди вот... А вы считаете, что я живу в мире иллюзии, что во всем мире основная часть населения принадлежит... Вы сказали, что только у нас. Вы же не имели в виду, что только у нас в театре эстрады. Нет, о чем вы говорите? Что вы? И вообще у меня никаких иллюзий по поводу того, что есть какая-то абсолютная аудитория в мире, которая принципиально отличается от нашей. Ничего подобного. У нас есть прекрасные зрители, чудесные. Но просто надо, чтобы предложение и спрос пересекались. Бывает, что не пересекаются. А вот сейчас смотрите, вот с предложением и спросом, допустим, немножко мы в сторону вот вашего жанра, про кино, допустим. Вот сейчас у нас очень изменилась вообще вот вся эта конъюнктура показа, потому что у нас пиратские копии показываются. Да. Освободилась ниша для отечественного кинематографа. Как вот вы, допустим, как, скажем так, деятель искусства, человек с авторитетом и с большим багажом знаний, к этому относитесь? Вот, допустим, к тому, что у нас теперь, во-первых, отечественный производитель,
получил большую аудиторию, когда мы говорим про аудиторию. И, во-вторых, вот демонстрируется пиратский фильм. По-моему, Михаил Ефимович Швыдко это дело как-то пролоббировал, насколько я понимаю. Вот показ западных фильмов в обход лицензирования. Такое принудительное лицензирование. Что вы про это думаете? Я про это не думаю, я думаю про Швыдкова. Так, что вы думаете про Швыдкова? Я думаю, что... Ну, вы когда были в последний раз в кино? Так я зайду в другую. Очень, очень. Я не хожу в кино. Почему? Да. Не нравится? Ну, я не очень... Вообще, я не очень люблю ходить в кино, честно вам скажу. И всегда не... С момента, когда я убегал с уроков в кинотеатр «Авангард», который находился на том месте, где теперь стоит Министерство внутренних дел, или кинотеатр «Буревестник», где теперь Градский холл. Вот в эти два места я убегал с уроков. Тогда я в кино ходил чаще. Сейчас это не... А сниматься в кино любите? Нравится вам? Я люблю сниматься в кино гораздо больше, чем кино любит снимать меня. Понимаете, поэтому так вот получилась моя жизнь. Я мимо кино проехал. Как-то вы проехали. И добрым словом сегодня хотел бы вспомнить покинувшего нашу бренную землю в начале 23-го года Николая Николаевича Достоля, благодаря которому, собственно, я какие-то следы в этом прекрасном виде искусства оставил. Можно было попытаться наследить больше, но востребован не был. Вы считаете, что вы не были востребованы, или что у вас не складывались вот взаимоотношения с людьми, от которых это зависит? Я имею в виду людей, которые приглашают, режиссеров прежде всего. Я не про власть какую-то нет, говорю. Нет, ну вы знаете что? Значит, этим режиссерам не казалось это интересным. Ну, однажды не случилась история с Аллой Суриковой так. В фильме «Искренне ваш». Ну, так, а так больше... И один раз не пошел сниматься к Рязанову в кинофильм «Гараж». Ого! Это же вообще культовая лента. Да, но она потом стала культовой. Ну, понятно. Да, может быть, она стала культовой из-за того, что я не пошел сниматься. Я это не исключаю. Но там была роль, где так. В сценарии было написано «Хазанов». Потом эту роль играл замечательно артист Брандуков. Очень хорошо сыграл. Но вы понимаете, предложения от кинематографа были, во-первых, нечасто, потому что я был очень, как бы сказать, сильно засветившейся личностью на концертном небосклоне. Это не драматические артисты. У этих людей кинокарьера складывалась очень неважно. Это вот великое чудо произошло с Юрием Владимировичем Никулиным, который оказался для меня драматическим артистом, но совсем не хуже, чем клоуном. А для меня это просто лучше. Да, но здесь ведь всегда есть вот эта сила инерции. Я прекрасно помню, когда вот вышел ко мне Мухтар, в фильме, где Никулин впервые сыграл не комедийную роль. Да? Там зрители при его появлении начинали на автопилоте смеяться. Конечно. Потому что раз Никулин, это, да? Это смешно. Это рефлекс слюны. Да. Ну что тут сделаешь? Ну так что? Потому что назвался Грузин «Полезай в кузов», и в этом есть теневая сторона большого успеха. Он отбирает у тебя право на эксперимент, на пробу. Ты должен доставлять людям радость. Сегодняшняя беседа еще раз меня убедила в том, что огромная часть людей исповедует именно эту, ну, я бы сказал... Неприятную вам идею? Нет, это аксиома. Это даже не идея. Для них это аксиома. Вышел на сцену, давай радость доставляй. Под радостью я не понимаю...
как вы знаете, чисто поржать. Нет, радость, она же может быть и, ну, условно говоря, и с, со слезой с какой-то. Очень это, правильно. Это же чувство Женя, такое, эмоция. Женя, я не спорю, но все дело в том, что если желудок смотрящего настроен на пельмени, а ты ему хочешь предложить другую еду, он может ее отторгнуть. Только что мы с вами привели пример Юрия Никулина, который сумел вот... Да со мной это было всю жизнь. Я всю жизнь это преодолевал. Пока в один прекрасный момент я не сказал, все, я больше не хочу ни вас мучить, ни себя. Угу. Ну, у вас, наверное, точно так же, как, вот, допустим, Леонид Ермольник, который, я считаю, очень недооцененным артистом, потому что ему все время... Ермольник... Цыпленок табака. Да, вот да. Это просто вот всплывает в теплоте у вас, понятно, кулинарный техникум. Да. То есть, ничего не хотели слушать. Ничего. Топали ногами. Не надо. Я очень хорошо это понимаю. То есть хотели кулинарный техникум? Только. Доставь радость. Для меня, говорит зритель, радость, кулинарный техникум. Я за это заплатил деньги, я на это хочу смотреть. Он имеет право. А я имею право выбирать, меня устраивает эта дорога или нет. Иначе я раб. Раб этого успеха. Но это ведь во всех жанрах так. И в кино ждут от киноактеров, ну, как вот мы говорили, комедийных ждут смешного. И от музыкантов, которые что-то сделали успешно, ждут, чтобы на концерт приходят не послушать новый материал, а послушать те песни, которые уже сто раз услышаны. Абсолютно согласен. Значит, значит, нужно либо хитрить, либо быть на поводу. Слушайте, это не я придумал гениальную фразу. Это написал Станислав Ежелец. Иногда, целясь во вкусы публики, артист может совершить самоубийство. Хорошо. Да, вот так. Ну, 12 ноября. Там будут какие-то, скажем так, ну, наверное, слово «сюрприз» не самое подходящее, но что-то такое неожиданное для аудитории. Вы собираетесь удивить публику материалом, условно говоря, тоже, может быть, не самое слово подходящее? Нет, ну, который... я думаю, как бы сказать, мне... Очень хочется, чтобы им было интересно. Я не говорю, чтобы они сидели, все время смеялись, но чтобы им не было скучно. Вот это, да, это самое важное. А уж теперь, слава богу, я заслужил право не читать монологи учащегося кулинарного техникума. Слава богу. Для этого понадобилась почти жизнь. Хотя и сегодня встречаются и говорят, это Сеня, вот когда-то было вот это кулинарное, и все, больше. Это я читаю в комментариях. А вы читаете комментарии? Обязательно. А вы знаете, что просто есть отдельная категория людей, которые именно пишут комментарии, а есть люди, которые, знаете, такой был термин, в политическом свете молчаливое большинство. Это совершенно по другому поводу сказано. Да, но да. Точно, что есть люди, мне которые не считают нужным. Агрессивно послушно еще было. Ну, это немножко, да. Это было на съезде народных депутатов. Да. Давно. Есть масса людей, которые получают удовольствие, да. Но не считают нужным прийти в комментариях написать «Офигенно! Хазанов просто так. Огонь!» Так. Нет, они просто молча, так сказать, получают удовольствие. Нет, когда молча получают удовольствие, ладно. Так вы про них просто не знаете, не вы в читаете этом дело. Комментарии. Зачем? Но я же читаю комментарии, когда говорят, что тебе надо? Уезжай в свой Израиль. Ну, это не без этого, да, ну, а конечно. Что? Ну, ну как что? Не без этого? Угу. Ну, так это всегда... В Кострому не предлагаю. Просто раньше не было интернета, и люди... им негде было вот высказаться и сказать, там, вот это, как вот этот набор, этот чемодан, вокзал, Израиль. Да, они да. Просто, ну, конечно. Не надо на это обращать а внимание. Я не... Нет, смотрите... Смотрите, вы же заговорили об этом. Я это обязательно, потому что я должен знать, с кем я имею дело. Я имею дело и с одними, и с другими. И не надо забывать, что так хочется потерять голову, чтобы она закружилась от радости общения с теми, кто говорит, спасибо вам большое. Какое счастье, что вы в вашем возрасте еще
в состоянии что-то делать. Это приятно. А второй пишет, говорит, да вам в вашем возрасте уже давно пора заткнуться. Я должен знать, что есть и те, и эти. Но дело в том, что эти, они никогда не придут на спектакль. Я надеюсь. А смысл, как бы, зачем? Для того, чтобы потом написать что-то или там топать ногами? Нет, они будут, зачем? Они в Ютубе это делают. Да? Ну да. Ну, так... Нет, и слава богу, поэтому я их не жду 12 числа, я жду совсем других людей. Меня всегда вот поражает вот эта сконцентрированность какая-то на вот этих вот... как бы бойцов Хамоватого фронта, то есть вот на тех, которые... Почему вот, ориентированность? Ну, потому что большие артисты всегда вот... У меня, вот Никита Сергеевич Михалков, допустим, мне всегда достается. Я меня даже один раз прорвал. Я говорю, как? Ну, у человека есть все. У него есть публика, у него есть, так сказать, вот все вот мыслимые награды, а он выискивает, так же, как и вы, обязательно тех, которые вот какое-то вот, извините, говно написали, вот надо обязательно вот это найти, и как-то мазохистски вот это все... Нет, у меня нет, я не испытываю от этого радости, мазохизм. Но вы помните об этом, вы держите это в голове. Обязательно. Обязательно. Я не имею права этого не помнить. Для меня это... наличие ледяной воды в душе. Душ шарком? Да. Я не могу себе позволить делать вид, что этого нет. Когда мне многие говорят, а зачем ты это читаешь? Да, вот значит... Ну так вы не читайте, я же вам не предлагаю. Я только хочу, чтобы мне не предлагали это не читать. Все. Как-то справляюсь с этим. И буду читать. Больше того, записываю их в Ютубе на своем канале. Записываю вслух. Вот будет 1 декабря у меня день рождения. Я специально записал 100 проклятий. Их можно будет послушать. Там есть интересные вещи. Я уж думаю. Да. Нет, потому что энергия ненависти, она гораздо концентрированнее, чем энергия любви. Там есть. Это вот, правда. Вот, надо использовать это на благо. Вот вы же смогли, так сказать, найти вот этот вот ход. Вот видите, они мне нужны для репертуара. Ну, конечно. А вы думаете, что я просто так их читаю? Не просто так. Нет. Геннадий Ильич, у нас программа называется «Золотая рыбка». Да. Потому что она, собственно, у нас и есть. Вот, да. Вот она. И по формату, да. Называемому знакомый вам термин, не сомневаюсь. Да. Гость, то есть в данном случае вы, Геннадий Ильич Хазанов, у рыбки что-то, знаю, вы не любите слово «должны», но в данном конкретном случае должны что-то попросить. Попросить. Да, вот она ждет, затаилась. Рыбка, сделай так, чтобы Додолев все время приглашал меня к себе на беседы. Об этом только можно мечтать. Это я должен был сказать. Я должен был сказать. А эти вопросы дальше к рыбке. Если она позволит, я буду рад. Сделаем цикл. Огромное вам спасибо. Я, как всегда, получил огромное удовольствие. Спасибо. Приходите почаще. Спасибо.